городов. Очень приятно, что все добрались. Еще дальше продолжают собираться гости. А мы уже в ближайшее время начнем нашу лотерею с моментальными подарками, как всегда. И немножко попозже узнаем, кто же станет обладателем этого оружия «Кобальт». Сегодня он в деревянном таком обвесе, поэтому магазин «Охота» не останавливается. Он не дарит одинаковые вещи, он постоянно дарит какие-то уникальные индивидуальные подарки. Ну и немножко попозже мы расскажем о своих планах на ближайший месяц. Все-таки состоится турнир по стрельбе с нарезного оружия 21 октября. Многие спрашивали, будет ли турнир, где он будет проходить. Мы про это все расскажем. Вот даже наши замечательные ведущие не знают о том, что 21 октября будет очередной турнир, друзья. Да. Поэтому, ребята, всем добрый день. Спасибо, что вы с нами. Предлагаю открыть эту традицию нашу любимую сезонной игры, где главный приз – ружье. Аркадий, как минимум, надо представиться. Татьяна, на самом деле, что я хочу сказать. Мне очень приятно, что у нас в городе есть такие люди, как вы. Потому что, правда, у нас очень часто, знаете, приезжают и первые лица государства, и многие говорят о нашей депрессивности. Говорят, Николаев депрессивный город, чего-то не хватает какой-то эмоции. Знаете, вы постоянно делаете что-то необычное. Вы постоянно делаете какой-то праздник. И, в общем-то говоря, хотя вы не торгуете шариками, да, и вы не магазин детских игрушек, но у вас получается праздник для взрослых и серьезных людей, которые, в общем, увлекаются оружием. Вам огромное спасибо. Спасибо за то, что вы делаете бизнес в этом городе. Спасибо, что вы так его делаете. И спасибо за то, что сегодня меня пригласили. Спасибо. Значит, сейчас у нас три билета, они пока идут без приза, потом идет 54-й, это один приз, 55-й, второй приз, и 56-й у нас ружье. Я что-то волнуюсь, вот первый раз, да, в этот раз как-то много, 51, 51, 52, 50. 54. 54 Данильченко Алексей, друзья. Если в зале есть Данильченко Алексей, аплодисменты. Вам брендовая кепка от сети магазинов «Охота» и журнал. Все это на память. И, собственно, вот ваш лотерейный билетик. Настоящий живой человек. Видите, все нормально. 54. Еще два. Да. Фух. Слушай, она хорошо колотит. Сердце колотится у всех уже. Татьяна Михайловна, остановитесь. Александр Анатольевич
била церква. Я так подозреваю, что, друзья, это просто в этом городе должен открыться новый магазин сети магазинов охота. Сейчас мы его традиционно не пользуемся. У меня нет телефона, Александр Анатольевич, чтобы вы понимали. 067-400. Спокойно. 405. Нет, телеканал Интер ближайший. 14-54. Вы можете убедиться, что нету телефона у меня Александра Анатольевича. Город Белая Церковь. Сумма покупки 2-3-10. Слушаем. Слушаем. Пошутил. Пошутил. Ну. Доброго дня, Олександр Анатолійович. Скажіть, будь ласка, а ви приймали участь в лотереї від сети магазинів «Охота»? Так, так, так. Так, так, так. Да, ми вас всі чуємо, але зараз ви почуєте те, що ви виграли ружьо від нашого магазину. Виграв ружьо? Так, виграли ружьо. Що? Коли що забирати? Ну, оплески, по-перше, вам. Оплески, по-перше, вам. Тут багато людей, багато учасників сьогодні в нашому магазині. Я ведучий цього заходу. І ми вас вітаємо з тим, що ви виграли ружьо. Я гадаю, що на наступного тижня ви в Умані, да, робили покупку? Да, ружьо буде чекати вас в Умані, і наступного тижня з вами зв'яжуться наші менеджери і вам розкажуть, де ви зможете забрати своє ружьо. Вітаємо ще раз вас з цим виграшем. Дякую вам, дякую. Всього найкращого. Отак, бачите, друзі, все у нас насправді. Справжня людина в Білій Церкві.